1 июня большая группа тольяттинских ветеранов отправилась от Дворца культуры ТААЗа в город-герой Волгоград. Пятидневное путешествие на комфортабельном теплоходе ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла профинансировал Тольятти Азот. Наше предприятие продолжает поддерживать традицию, начатую 10 лет назад, помогать ветеранам города посетить значимые исторические места боевой славы. Ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла от Тольятти Азота провожала заместитель генерального директора, директор по организационному развитию Юлия Петренко. Юлия Владимировна поблагодарила их за победу, за возможность жить сегодня под мирным небом и пожелала приятного путешествия. Нужно все больше и больше внимания и тепла для них, чтобы они не чувствовали себя забытыми, как бы печально это ни звучало, да, чтобы они понимали, что новое поколение помнит их подвиг и им за это благодарно. Поэтому я уверена, что эта программа будет продолжаться и в следующем году. Делегацию из 30 тольяттинских ветеранов возглавил председатель городского совета ветеранов войны и труда Сергей Геннадьевич Ященко. При поддержке помощи ТУАЗа благотворительной мы в этом году, в год 30-летия организации, отправляем делегацию в количестве 30 человек. Из них сегодня у нас здесь представляют 16 человек, участников Великой Отечественной войны. Самому взрослому 91 год. В Волгограде у тольяттинской группы запланированы посещение памятных исторических мест и возложение цветов к мемориалу, экскурсия по городу, встреча с ветеранами города-героя. Комфортабельный автобус, предоставленный Тольятти Азотом, доставил участников поездки от Дворца культуры ТААЗа в Самару на речной вокзал, откуда отплывал теплоход «Волгоград». Тот же автобус встретил их по прибытии. Yeah.